Продолжим выпуск новостей и вновь к программному интервью президента. Говоря о внешней политике и участии Казахстана в международных организациях, Касым-Жомарт Токаев отметил, что этот 2024 год станет испытанием прочности и доверия со стороны зарубежных партнеров. Шанхайская организация сотрудничества, совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, организация тюркских государств и многие другие. В 2024 наша страна будет председательствовать сразу в нескольких авторитетных международных организациях: ШОС, ОДКБ, совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, ОТГ, Международном фонде спасения Арала и Исламской организации по продовольственной безопасности. В сложных геополитических условиях Казахстан и страны Центральной Азии вызывают большой интерес среди западных партнеров. Широкие возможности в торговле, инвестициях, бизнесе и инновациях дают неограниченные перспективы взаимного сотрудничества. Казахстанские политологи отмечают, что возросший интерес можно объяснить развитием Срединного коридора, который через Казахстан соединяет Китай и Европу. Я думаю, что в этот момент наша субъектность резко возрастает, возрастает интерес к нам, и мы должны воспользоваться этим окном возможностей. Мы видим, что интерес проявляет к нам и Европа, и Соединенные Штаты Америки, и Китай, и Ближний Восток. И в прошлом году президент совершил 18 зарубежных визитов в эти страны. Это все говорит о том, насколько серьезно возросла роль Казахстана в геополитике, в геоэкономике. И я думаю, что этим нужно пользоваться и максимально нарастить свой потенциал. Также глава государства отметил, что в 2024 году в Казахстане пройдет ряд важных саммитов и форумов. Одним из них станет международный форум «Астана», который состоится в июне. Участие в нем примут лидеры ряда государств и глобальных компаний.